27 мая в парке имени Пушкина станицы Северской прошла краевая патриотическая акция «Эстафета памяти». Она проходит ежегодно с 2017 года. В этом году акция стартовала в феврале в городе Герою Новороссийске и продолжит свой путь по всем муниципальным образованиям Кубани. Василия Ивановича Михальченко, который перед смертью мне рассказал, сколько было погибших людей на горе Ламбина. Как их там всех захоронили, и будем так говорить, без особых почестей. И мы, и смоленские, и азовские, и северские патриоты, все время едем туда, все время чтим память. Такие истории пропускаешь через себя и со слезами на глазах. Они просто трогают душу, нельзя говорить спокойно. Эти все мероприятия, они бередят наши сердца и нашу душу. Мы не должны оставаться спокойными ко всем этим войнам, ко всем этим конфликтам, в которые пытаются втянуть и сейчас нашу страну. И взрослое, старшее поколение, мы должны передать эту память подрастающему поколению. Цель эстафеты памяти – увековечить подвиг солдат, что положили свои жизни для счастливого будущего следующих поколений. В Евангелии сказано о том, что нет больше той любви, если человек свою жизнь отдаст за близких, за друзей своих. Именно этому подвигу мы сегодня и возносим славу. Подвигу тех людей, которые, не раздумывая, отдали свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили. Память павших воинов почтили минутой молчания. После свечу памяти от Северского района передали участникам отряда поста номер 1 города Горячий Ключ. Передача свечи памяти приступить. В завершении мероприятия участники акции возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».